Вот мы и на месте. То, что произойдет здесь, войдет в легенду. Пойду пока на крышу покурю, быстренько чайку поставлю, ага. В истории мы будем героями, сражавшимися за свободу и покой своего народа. Помните, герои, страх ваш самый опасный противник в этих проклятых залах. Скрепите свои сердца, и ваши души воссияют ярче тысячи солнц. Завидев вас, враг отступит. Враг падет, когда свет праведности коснется его. Наш поход на цитадель ледяной короны начинается. Вы находитесь в самом сердце земель плети. Здесь вас не защитит свет. Ничто вас не защитит. Да. Артас, я поклялся, что ты умрешь, а плеть будет разбита. Я закончу то, что начал у часовни последней надежды. Ты бы мог стать величайшим из моих... Ну, ребята, можете инвайт кинуть в РК, в группу? Тьмы, которая прокатилась бы по этому миру, Денис там, ник. Но тебе уже не суждено им стать. Скоро у меня будет другой рыцарь. Сломить его было очень трудно, и я подверг его душу ужасным мучениям. Он так долго сопротивлялся, но вскоре он склонится перед своим королем. В конце концов, все вы будете служить мне. Корхрон, готовьте молот Оргрима к последнему полету. Герои, мы попробуем подлететь к стене цитадели и будем ждать вас там. Не могу пригласить члена другой группы. Ну хорошо, я кулаки-то раздам. И буду ретриком. Thank you.
господина проникли! Так и не начавшись, никто не смеет входить в обитель господина. Дайте приста и бабку палок. Бабку. Кресты, бафет, кулаки. Брулик этот пускай кресты раздает. Крестов вообще нет. Лук не забудь сменить. Да он тупой, блять, этот паладин, что сделать? Хай шаман тыкнет какой-нибудь один из шаманов, блядь. Пиздец. Ну что, кукувася? Он просто мертвая звезда. Мир волну
И хули вы уже стоите? Беги, малышка, беги! Хаба на тебе сколько? 3 или 4 шипа было? 3 шипа. Притом первый я весь просидел, пока второй не появился. А, кольцо было буешное? Прикольно. Один человек ролил. Лол. А, не, значит, не показало. Конечно, все видел. Куда именно? Ну, полабав, и Влад будешь где-то до 5:30 ждать, я думаю. Кому кулак? Беги, малышка, беги! А можно паука забрать, нет? Спасибо.
посмеете ступать в эти священные покои, это место станет вашей могилой. Моей воле! На все воля! Сука! Ну, еще барьешечка, бля, нихуя себе охуенно. Неизбежно. Вот шарм. Еще одна бой. Блин, ребята, я проебал момент. А чё, Бауэ рулили хладного калибрада? Нет. А в конце, да? Спасибо, танки. Тут очень много. Капитан Саурфан будет рад видеть вас на борту молота Оргрима. Мы будем сдерживать альянс, пока вы не будете готовы к взлету. Пехота молота. Макс встает, встает. Берем ранцы, засранцы.
Чё он там еще кричит? Держите члены крепче, да? Воспряньте, сыны и дочери Орды! Сегодня мы будем биться со смертельным врагом Лактарагар! Оркрон, взлетаем! Только забыли. Сейчас тебя должно это запустить, блядь, на корабль кинуть, походу, по идее. Что это там вдалеке? Боевой корабль Альянса! Все на палубу! Да. Солича было нормально после наличить просто пиздец. Сейчас вы ответите перед солдатом. По 11 только Геру закончил. У меня вообще слайд-шоу было. Как ты смеешь ступать на мой корабль? Сейчас ты умрёшь. Короче, я так иногда подходил в РК, там слушал, походу валик нихуя не били, блять. Улетали на ловушках ночами. На ловушках, да. На ловушках дохуя кто-то улетал. Дайте хоть баф, пожалуйста, рыбу. Антисептик. Иди и чинись. Присоединись ко мне, отец. Перейди на мою сторону, и вместе мы разрушим этот мир во имя плети и во славу короля. Да что ж такое, не везет. Только три бота, три буешки, я охуею. Да, да. Воля боешная, да, выпадет? Я пообещал его матери, когда она умирала, что пройду через темный портал один. Неважно, умер бы я или выжил, мой сын остался бы цел. Нет. Сегодня я исполню это обещание. Жалкий старик. Ну что ж, герои, хотите узнать, сколь могущественна плеть? Thank you.
земля обогрится вашей кровью. Веселитесь, слуги мои. Забери, Белка. Земля обогрится вашей кровью. Освободился. Хороним тебя, как подобает, в Награнде, рядом с матерью и предками. Портал открыт. Трех людей, 5 КДПС, круто. А вы эти крички выбирают. Трое по 5 КДПС дали. Что, на лед идем? Сейчас приду. Все ушли, что ли? Почему три? Всю серию хватает.
Ну так тебе хватает всю серию, блять, лунного затмения, нахуй прохуярить, он не спадет и тебе нихуя. Че скажу, чтоб ты его в рейд заводил, все боссы падали нахуй. Что с этим мобом, блядь? Че он стоял, его бить нельзя было. Зачем ты забираешь на тебе 8 стаков? Без Дениски не можете нихуя. Войт Старфол, по-моему, а это в одну запахну. Дал диван и вершаму. Я бегал еще, блядь. А чё эти свежеватели, блядь, нихуя не пропадают, блядь? Не поймутся.
хоть бафы все дадут, наверное. Да, сука, не подбегайте вы к ним, блять, они сагрятся. Называется логика. Хелы, наверное, лежат, не бегут или хуй знает, вон два шамана показывает. Что, бегу, блядь, и на мяму буду согреться. А тут я, тут. Бой. Бой у меня, давайте, заходите на тьму. Этих двух мобов слева, которые... Да, погодка охуительная. Были дожди где-то дня 4 назад, а сейчас вот дня 3 тепло охуительно, жарко. Так же.
Белин, а можешь сказать, пожалуйста, какие у тебя символы стоят? Ну так, для себя ради интереса. Это же обычка. Не слушайте ли вы его, он просто дядь. Не сова, сука, ты дятел, понял? Че, алебарды пиздану, выгну нахуй как надо. Протик, протик, Белин, тут. Кстати, на ОФе шмот ломается, блять, как в Диабло 2 нахуй от времени, а не от убийств. Я работаю. Да потому что два за забором стоят, блядь. А чё танк не перебегает? Приходится рейду перебегать два раза, теряем время. Отличные новости, народ! Слизь снова потекла! Да, если парируют, это мастерства нету, да? Блядь, 27 мастерства, нахуй. Парируют, блядь, пиздец. Отличные новости, народ! Слизь снова потекла! Липучка, вонючка! Отличные новости, народ! Лишненько вроде 27, нет? Лесаю ЛГ. Новости, народ. Гниломорт сдох. Но есть и отличные новости. Он оставил море слизи, хоть плыви по ней в круизы. Ого, да я поэт. Потрясающе. Ему нахуй не надо, блядь. У него прокачивается мастерство и так. Да. Да и хуй с ним.
эти там бафы, все дела. Расхилить не хотите? Хаба-хаба, вставай. Вот пока. Меня бил мелкий слизи. Это ж все отсиливает. Рулик, дай крест. По ханту. Инту маги. Рулик, дай крест, блять. Фридом и себе кидает, блять, длани. Он долбоёб, что ли, или что, нахуй? Крылья, блять, ебать. Он все, короче, нажал, блять. Просто не поймет, что от него хотят, он сразу все тыкает, блядь. Я побегу, горы пособираю там, ладно. Бейте, нахуй. О, он дал крест. На восьмом или на девятом, кстати, забрал. Надо подождать. Я пока не могу прочитать это заклинание. Казалось бы, да, уже нихуя нового тут не будет. Нихуя каждый рейд, блядь, кто-нибудь пиздец, блядь, что-нибудь. Пиздец. Бибоб кикнет нахуй, первый же здесь, блядь. Как же после первого босса выкинет. Брулик, уйди отсюда. Кажется, у него паника. Это заклинание еще не готово. Все, он нас догонит, у него тоже вкачано, наверное. Там пикник, выйди, пожалуйста. Думаю, на двух стаках не сдохнет. Ну почти. Всегда был моим любимчиком, как и Гниломорт. Молодец, что оставил столько газа. Я его даже чувствую. Это, ну, на успех, не? Это по-другому. Или мейн.
Я вообще на мейн ретрик. Выкните, пожалуйста. Выкните. Бля, квест бы сделать, но Коснежить, красно. Я понял, замедление каста, да? Да ладно, хуй с ним, с этим квестом. Да я, бля, хуй с ним. Как на другой раз. И ничего страшного, похуй. Столику. Или за смазками.
Лучше глужит. Поговорить не ел нихуя с утра. Я приготовил себе макароны по-плоски. Передурок. На вкус как вишенка. Ой, извините. Скажите, когда собрать нахуй. Эру! У меня почему-то стейки не показывает сколько. Уже. Три стака. Четыре. Забирай. Ждать. Мебель. Бать, я вин. Да нет, с Геры, походу, пояс это только пиздатый на ретрика, а с обычкой лучше, ну, что есть, силы. Видите речата? Пора выходить. Как мы, блядь, потеряли бойца, ба. Да ладно, хватит, блин, издеваться над человеком. Реально просто начинает только, походу, ему как бы мешали. Играть начинает. Хуй знает откуда, может у него не 6 вечера, а уже 12 там, блядь. Новую тему придумали с этим трэшем. Чтобы не контролить на пулом ханты. Пару мобов приводят, мы сейчас с Ваней попробовали, кто-то делал из хантов. И нормально все сносится охуенно. Ханты просто на пул дают. Таким рейдом, блядь, можно собирать весь трэш, нахуй, вызывать, блядь, пару войск, нахуй, и заливать массой все, нахуй. Армию пофиксили, сейчас лазит. Да. Ну тогда, блядь. Это раньше была армия жесткая, мобы ванны. Контейкер на пол, парочку, приведите. Надо контролить. Да чё, можно там хант ловушку кидать, там кто-нибудь покаяние, там пару контролей, пиздец.
Яга, здорово. Ага. Всем привет. Здорово, здорово. Ну как дела? Как сажа бела, блядь. Как сажа бела. Да. Это, ваше здоровье. Давай, суммоник. Нету. Да суммоните, пожалуйста, блядь. Сейчас трэш добьем. Дайте я ворвусь. Дайте я ворвусь. Да погоди. Кожаный шлем. Ну ты говоришь, вставай. Я проще так. Ладно, молчи. Какого хуя вы умрете в 25 обычки? Ну это, ну, это походу к хилам претензии. Да, это все прохиливается, паладин, дело не в этом. Это нужно до уплыва всем делать. Трэш стоит сразу, да, чисто одновременно. Да, да, покаяние, да. Я, да ты ж будешь, блядь, засорять нахуй эфир, блядь. Хули сам таким был, блядь. По кайфу чисто бухим пойти попиздеть там, блядь, в РК, нахуй. Друзь, стой, стой, не ты, блядь, что ты пизды с этой сферы.
Надо перестал сначала контроль в первую очередь. Просто повезло, кинул стан. Так бы рыбки сделали все. А это самое, можете приглас кинуть инвайт в РК в группу? Там есть кнопочка подать заявку. А, точно, сейчас. Так, кому там кулаки? Ханты, короче, я вам только могу кулак дать, крест, ну или крест. Лаки бафы. Все, Яга ушел от нас, блядь. Огорчился, что обрубили голос. Глупые смертные. Думали, что одолели нас. То да, да. Я надо, да. Пал! БР интоксикация. Это про товар, я не знаю, все руки на месте, он сейчас танчит, пиздец, не хуже других танков. Да не всегда. Угу.